Всем привет! Кстати, хочу поблагодарить вас. Вас уже 6000 человек. Просто круто! Всем привет новеньким, ну и здорово стареньким. А сегодня с прошлого ролика пришло. Ребят, говорит, ну пожалуйста, помогите, как сделать разрешение 4:3, ну без этих гребаных черных полос. Сегодня я тебе объясню, как это сделать, но только на карточках NVIDIA. У меня нет Radeon, поэтому я не знаю, как это делать. Может быть, там потом накопаю что-нибудь в интернете и добавлю в конце ролика. Ну что, поехали, начинаем. Лайкусик, подписочка и колокольчик. Сейчас покажу на своем экране, как выглядит именно с черными полосами, чтобы вы понимали, о чем речь. Отвратительно. Называется блэкбары, и несколько проигроков еще играют, но это старый, это просто доисторический век. Это люди делали тогда, когда были пузатые мониторы, они просто привыкли к таким мониторам. А сейчас 16:9, жирные, длинные мониторчики, и для них как раз идет 4:3 растянутое разрешение. Все, что нужно сделать, выходишь из Counter-Strike, заходишь на рабочий стол, правой кнопкой мыши и панель управления NVIDIA. Дальше ты попадаешь примерно вот в такую ситуацию. И все, что нужно сделать здесь, это зайти регулировка размера и положения рабочего стола. Дальше нажимаешь, у тебя примерно будет либо не выполнять масштабирование, либо формат изображения. Тебе нужно нажать на весь экран, ну во весь экран. И обязательно важно, братан, видишь вот там сзади меня, не дисплей, а ГП. Именно чтобы было ГП. Запомни этот важный пункт, который может тебе все обгадить. Ну что, нажимаем применить, все готово, и после чего мы заходим уже в Counter-Strike. Давай вместе с тобой я зайду в него. Oh my. В общем, залетаем в Counter-Strike. Сам себя повеселил. Так, ладно, эти шутки я вырежу, если что, не покажу никому. Так, и звук выключаем, у меня тут колонки стоят, все шумит. После чего изображение ставим 4:3, наше красивое разрешение. И ты посмотри, как меняется, а? Боковиночек нет, все круто. У меня 27 дюймов, расширенный 4:3, глаза просто разбегаются, и я сам себе говорю то, что нужно. Поэтому, если я тебе помог, ты сам знаешь. Написать в комментарии, братан, ты мне помог, ты красавчик. Ну и от души тебе тоже, что нас уже 6000 человек, ну ты же с нами, ты же подписчик. А если нет, то обязательно подпишись. И, кстати, посмотри вот это видео, реально пушка. Но я был с тобой, Серега, Сайбербанан. Давай, пока-пока.